На улицах Лос-Анджелес появился новый страж порядка. Это Робокоп. Всем здорово, друзья, с вами Спикер, и сегодня первая часть по Робокопу. Перестрелки, погони, как вы любите, друзья. У нас есть вот такой скин Робокопа, очень похожий из фильма. У нас есть вот такой бронебойный пистолет. Мы можем отстреливать преступников опасных и, конечно, отправлять их в тюрьму. И есть прям как из фильма вот такая машина с надписью «У зла нет шансов», очень похожий из фильма. Если вам тоже кажется, друзья, пишите комментарии. И у нас есть уже первый вызов. Преступники вооружены и опасны, и мы отправляемся сегодня патрулить Лос-Сантос. Ну что, поехали, включаем сирены и поехали. Преступники буквально здесь рядышком, они вооружены и опасны, и, конечно, будем их просто убивать. Ну, конечно, перед этим скажем фразу «Живой или мертвый, ты пойдешь со мной». Всегда хотел сказать эту фразу. И как раз сегодня у меня будет такой шанс, потому что мы подъехали уже преступникам, и я вижу, два копа уже валяются на земле. Выходим, конечно, и... Живой или мертвый, ты пойдешь со мной. Обалдеть. Сразу сняли троих. Я остался еще один преступник. Походу полиция решила его просто расстрелять, а не взять живьем. Бросай оружие. Мы ни разу не перезарядились, это реально круто. Конечно, друзья, будет еще полицейский мотоцикл. Я его сделал сам, и реально очень прикольно получилось. Это будет следующий серик. Сегодня у нас будет машина. И сегодня будем в центре города, конечно, наказывать преступность Лос-Сантоса. Обалдеть. Просто уничтожили сразу три преступника. И машина куда-то уже отъехала. Так, вижу, есть, конечно, мертвый полицейский. Это, конечно, очень печально. Вызываем, наверное, две скорые помощи, чтобы забрал преступника и... нашего полицейского. Это очень грустно, мы поехали дальше, потому что преступность не спит, и есть уже следующий вызов. Мы подтверждаем и поехали. Как раз вот этой машины мы отправляемся, потому что нужна еще и вертушка. Нам нужна будет вертушка, чтобы никуда преступник не скрылся, а преступник буквально рядышком, прям за туннелем. Так, вижу, в центре города, и будет сегодня чисто в горе, друзья. Конечно, будем и в пригороде патрулировать, и, конечно, будем наркобаронов тоже уничтожать с помощью нашего робот-полицейского. Кажется, вот эта машина... Ой, это, походу, какой-то Ламборгини, похоже, издалека. Слишком низкая повязка, садка, мне чуть не подрезали. Полиция Лос-Сантоса, живой или мертвый, ты пойдешь со мной. Прям по колесам. Да, потерял управление. Нет, это не Ламборгини, но очень похож. О, как подлетел он. Так, выходит преступник. Живой или мертвый, ты пойдешь со мной. Стой на месте. Сколько крови потерял-то? Так, пытается уже убивать его. Нет, бери его живьем. Он твой. По ногам стреляем, и наш полицейский подбежал и его арестовал. Это реально круто. А пушка реально очень крутая, много патронов в магазине. И, конечно, будем убивать целые базы террористов. Это реально будет круто и интересно. Если вам тоже нравится, друзья, пишите комментарии. Мы поехали уже на следующий вызов, но пока что у нас нет вызов. Можно просто прокатиться по городу, полюбоваться уже. Прекрасно, эта машина и прям робот-полицейский в машине. Нет, есть следующий вызов, и, конечно, мы подтверждаем. И поехали, включаем сирены и погнали. Где-то у нас прям в бандитском районе. Угон автомобиля, и мы подъедем и разберемся, конечно. Возможно, он вооружен и опасен, но подъедем и разберемся, конечно. Вертушка уже спускается к нашему подозреваемому и как раз ведет. Да, это гангстерский райончик, и, возможно, туда ребята вооружены. Так, нужно резко повернуть. Ох ты, да, довольно неплохо поворачивает, прям как настоящая полицейская машина. Так, преступник, кажется, вот на этой машине едет. Он меня замечает и сразу набирает скорость. Живой или мертвый, ты пойдешь со мной. Остановись, полиция Лос-Сантоса. Можно, конечно, всю машину расстрелять и уже стрельнуть по бензобаку, и тогда он точно выйдет. Полиция Лос-Сантоса, хорошо, мы попытаемся его остановить, потому что он вроде не отстреливается, и попробую его остановить. Мне кажется, это будет гораздо проще, если его затаранить. Вот, выходим. Живой или мертвый, ты пойдешь со мной. Выходи. Выходим. Так, он вышел. Он вышел, пытается убегать. Не тут-то было. Стой на месте. Я тебя попал только в ляжку. Стой на месте, руки в гору. Если что, мне, конечно, прикроет вертолет. Полиция никто не подъехал, и я могу сам его арестовать. Обалдеть. Мы уже арестовали нашего первого преступника. То есть подозреваемого, но он как раз... И вызываем, наверное, код 2 машину, чтобы вам забрали.
Ты оставайся тут, а я поехал на следующий вызов. Он встает на колени и уже подъезжает машина, чтобы его забрать. Хорошо, у нас, в принципе, есть уже следующий вызов. У нас перестрелка, и как раз подтверждаем, и поехали. Садимся в машину, колеса все на месте, двери все на месте, и поехали. Включаем сирены, и где-то находится прямо на шоссе. Так, у нас есть еще патроны. Патроны есть, бронебойный пистолет. Реально круто, можно отстреливать. Полностью всю машину отстреливать, и тогда машина останавливается, и там просто берем преступника живьем. Сейчас, друзья, можно это как раз и проверить. Сейчас у нас есть особо опасные преступники, мы просто расстреливаем всю машину, а преступники, кажется, мне скрылись. Да, они скрылись, показал диспетчер. Это очень плохо. Нет, у нас есть другие преступники позади. Подтверждаем, давай задний ход. Полицейский разворот, как учили нас в академии. Так, вижу полицейский, но без машины почему-то. Это очень интересно. Так, едет на левую сторону, поехали сюда. Так, есть одна машинка, но все-таки нужно одну вертушку вызывать, потому что преступники бывает уходят уже от нашей полиции. И, конечно, от нашего робокопа. Какие-то сложные дороги, я не пойму, где находится. По кругу, походу. Вот, по вертушке можно как раз уже проще сориентироваться, а он меня просто по кругу гоняет. Сейчас преступники, конечно, вооружены и опасны, и, конечно, будем их убивать. Но мне хочется расстрелять все колеса и попробовать преступника взять живьем. Она, правда, довольно шустро едет, едет, а там полицейская машина ее закрутила. Так, можно тут проскочить, наверное. Это, походу, бронебойная машина, и придется реально отстреливать. Ну что, у нас есть бронебойный пистолет, и будем отстреливать. По колесам, конечно, нет шансов никаких. Можно пробовать попасть в водителя. Полиция, о, Сандес, остановись. О, остановился. Ну, практически остановился, блокируем его. Нету прокол чуть дальше. Живой или мертвый, пойдешь со мной. Кто, сколько вас там интересно? Так, у нас больше одна полицейская машина, нет, приехала еще одна. Так, выходит. Бросай оружие, живой или мертвый, ты пойдешь со мной. Одну сняли. Всех сняли, обалдеть. Они реально целились только на меня, и, конечно, было очень опасно. Конечно, целились и на других. Ребята все живы, даже разбежались все. Вызываем скорую помощь, пускай ребята убирают трубы. Тут была довольно жаркая заварушка. Уничтожили практически быстро и всех. Да, это было круто. Хорошо, садимся в машину, поехали дальше в город, будем дальше патрулировать. Ночные патруль тоже будет, друзья, с нашим рыбокопом. У нас есть уже следующий вызов, но мне нужно сперва, наверное, выехать, а потом уже подтверждать. Так, выехал на дорогу и подтверждаем. Прямо передо мной вызываем, наверное, одну вертушку. Едет, кажется, спускается как раз. Он едет от нас. Услышу, походу, сирена, и едем как раз за ним. Угон автомобиля. Остановим, конечно, и вернем автомобиль нашему владельцу. Так, где тут очень узкие дороги, нужно аккуратно промчаться. И я не вижу, какой автомобиль у нас уезжает. Он, походу, вон тот. Конечно, не будем открывать огонь, потому что у нас угон автомобиля, нужно вернуть автомобиль целости и сохранности. Ну, хотя попробовать это сделать. Так, вижу, повернул налево. Ух, резкий поворот, чувачок. Чуть не сбили пешехода. Огонь по колесам. А можно пробовать, конечно, и стрельнуть бензобак. Ребят, куда вы бежите? Все в сторону убегают. Кажется, уже я зря его спугнул. Но уже, конечно, придется его отстреливать. Прям по машине. Он испугался, что ли? Он испугался? Нет, не попал в бензобак. Но я хочу попасть прям в бензобак. Ох ты же жесть. Придется тачку вернуть владельцу уже маленько побитой. Выходи уже. Полиция, о, Сантос, живой или мертвый, ты пойдешь со мной. У нас, по идее, есть шокер, и можно с помощью шокера его остановить. Выходим уже и его арестовываем. Ох ты, да. Полиция, о, кто на месте? Подмоги нет, одна вертушка есть, и все. Где-то сверху вертушка. Остановись уже. Руки в гору, и давайте на колени уже. Его арестуем и, наверное, вызываем подмогу. Так, арестовывать, бум. Так, ты все, остаешься на месте, я вызываю уже машинку, тебя заберут. Так, секундочку, а хотя можно, в принципе, его посадить уже в машину и отвезти его в тюрьму. Давайте, друзья, это посмотрим, как это будет происходить. Ну-ка, садись в машину. Да, открываем ему дверку. У нас, по идее, тут два места. Ничего страшного, встанешь. Упал, так еще раскрылялся. Так, выключим сирены, садись в машину.
И посмотри, как работает робот-полицейский. У нас есть уже следующий вызов, мы подтверждаем. Включаем сирены, где-то у нас в городе. Снова перестрелка, и поехали туда. Вызываем одну вертушку, и, наверное, парочку можно даже вызвать свадьбу, потому что ребята вооружены и опасны, и, кажется, едут в нашу сторону. У нас есть бронебойный как раз прямо перед нами. И что же будет? Где-то прямо перед нами, тормози. Ребят, походу, нас заметили, нас пытаются гасить. Робот-полицейский, как всегда, на страже порядка. Кто-то меня, походу, подтолкнул. О, как подрезает меня УАЗик, подтолкнул. Как вписался-то. И двоих преступников я просто вынес с одной обоймы. О, это реально получилось круто. Конечно, вызываем скорую помощь, потому что у нас есть два трупа. Очень быстро уничтожены. Реально такие гангстеры на крутой тачке решили ограбить магазин, походу. Так, перезарядка мне не нужна. У нас преступник сидит в машине и просто за этим наблюдал. А полиция, походу, убежала. Ну хорошо, садимся в машинку. У нас есть уже следующий вызов. Где-то рядом с доками. Ну, поехали туда. Разберемся. У нас угон автомобиля. Вот есть скорая помощь. Я, по идее, вызвал две скорые помощи. Ну хорошо, приехала одна. Возможно, другая приехала на другой стороне. А преступник едет прямо по мосту и от нас удирает. Конечно, вызываем вертолет. Так, налево. Так, вертушку я еще не вижу, но где-то прямо передо мной должна быть, наверное, слишком высоко. Нет, вижу, спускается и отправляется прямо в доки. Угон автомобиля, конечно, поедем по встречке, возможно, поедем в другую сторону. Так, как же я решил развернуться. Какая-то спортивная машина и пытается развернуться. Мы, конечно, блокируем. Полиция, о, Сантоса, живой или мертвый, ты пойдешь со мной, остановись. Конечно, его машинка гораздо поспортивнее, чем будет наша машина. И видно, что просто удирает. Вызываем уже подмогу. О, стой на месте. Так, блокируем. Не получилось, конечно, блокировать. Он пытается снова развернуться, что ли? Что он делает? Неадекватными преступниками. Очень интересно. Выходим. Живой или мертвый, ты пойдешь со мной. Кто? Барышня, выходим. Стой на месте. Стой на месте. Ребята, арестовывайте. Она ваша. Стой на месте. Я сам арестую. Ребята, выйти из машины или сидеть на месте. Ничего не бойтесь, полиция Олсенс разберется. Так, арестуем ее и может тоже посадить уже мертвую машину и тоже отвезти в тюрьму. Пускай ее судят по закону и пускай ее отправят в тюрьму. Так, все на месте. Пойдем, наверное, откроем дверь. Ей дверь и, наверное, можно отвезти в тюрьму. Так, открыли дверь. Так, не трогать мой подозреваемый. Там какая-то перестрелка, что ли? Там реально какая-то перестрелка, и я не понимаю, кто стреляет. Походу, преступницу стреляет. Хорошо, возможно, появится в машине, возможно, нет. Мы поехали уже отсюда, потому что тут какая-то пробка получилась. У нас есть следующий вызов, но это угон автомобиля. Нам нужны особо опасные преступники, Ос Сантоса. И у нас есть такой преступник, это в порту. Так, я подтверждаю, и отправляемся назад уже. Включаем сирену, все ребята разворачиваются в обратную сторону. У нас там перестрелка, и нужна как раз помощь. Есть одна вертушка. Так, вызываем еще одну вертушку, на всякий случай. И преступники решили, походу, покинуть эту область. Не тут-то было, роб-полицейский сейчас с этим делом разберется. В сторону, в сторону! Преступники где-то прям по курсу, я не вижу. Где-то они за... Так, выйдем, разберемся. Полиция Лос-Сантоса! Так, спокойно. Это не преступник. А где преступники, ребята? Вы преступники, что ли? Руки вверх! Два полицейских, походу, были преступниками. Обалдеть! Такого еще не было. Полиция догоняла полицию. Так, у нас сидит один преступник. Нет, у нас два преступника сидят в машине. И мы посадимся в машину и ищем других преступников, потому что нужно еще наказать преступность. У нас есть вызов как раз тут рядышком, и отправляемся именно туда. Вертушка уже с нами, подмога тоже с нами. Там уже подмога есть. Сейчас подъедем и разберемся. Так, как раз едем в нашу сторону. Можно, конечно, сразу их на таран взять. Прямо перед нами. Полиция, Лос-Сантос, живой или мертвый, ты пойдешь со мной, ребята? Сколько вас там много? Черт возьми, они жестко перестреливают наших полицейских.
Двоих я снял, и уже два трупа внутри. Полиция Лос-Сантос, тормози уже. Так, походу решил все-таки выйти. Живой или мертвый, пойдешь со мной. Последний преступник остался внутри и, походу, бросил оружие. Сдавайся уже. Он решил просто дать дёру. Нет, его возьмем живьем. Истекает кровью, но мы все-таки его берем живьем. Так, его арестован. Да, его можно арестовать. И арестован. Два трупа в машине, и третий валяется на земле. Так, хорошо, ты оставайся на месте. Я вызываю код 2, и тебя заберу, друзья. Да, походу бежит бензобак. Да, видно, бежит бензобак, все-таки попали в него. Ну что, друзья, это была первая серия Робокопа. Если вам понравилось, пишите комментарий, и будет вторая серия, и продолжится. Ну а с вами был Спигер, и увидимся в других сериях. Всем спасибо, кто смотрел, и до новых встреч. Всем пока!